Барнаульские сотрудники полиции раскрыли серию карманных краж. В период с сентября по октябрь в правоохранительные органы поступило несколько заявлений от пострадавших, в которых люди сообщали о пропаже кошельков, сумок и денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя уроженка Иркутской области. Из признательных показаний следует, что кража она совершала в людных местах, чаще всего в магазинах, автобусах и почтовых отделениях. До этого девушка долго выслеживала потерпевших, внимательно наблюдала за тем, как они снимают денежные средства, рассчитываются за покупки. В подходящий момент юная преступница, незаметно для окружающих, похищала ручную кладь. Всего от рук злоумышленницы пострадали 5 человек. Карманницу ждет наказание по статье 158 Уголовного кодекса. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 пункту Г Уголовного кодекса Российской Федерации. Также данная гражданка подозревается за аналогичные преступления в других регионах Российской Федерации.